У каждой мамы есть коробочка, куда она складывает поделки детей, первые неловкие рисунки, склеенные маленькими ручками открытки. И, как правило, 8 марта эта копилка творчества всегда пополняется. Юлия Цибуцинина для своей мамы смастерила уже десятки подарков. Она меня обнимает и говорит спасибо. Бумажные букеты, объемные открытки и коробочки с сюрпризом. К 8 марта в библиотеке Пушкина подготовили несколько мастер-классов по изготовлению подарков для мам и бабушек. На них ждут всех желающих. Занимаются с детьми каждый день с 9 утра до 6 вечера. Предварительно записываться не нужно. Настя Ефимова побывала на всех мастерских. К празднику девочка уже готова. Мне очень понравилось склеивать цветы. Сначала нужно сделать из полосочек, сложить вместе, а потом склеить. А потом эти полоски нужно клеить между собой. Получается цветочек. Никаких специальных умений для участия в мастерских не нужно. Не нужно и брать с собой бумагу и инструменты. Библиотекари все подготовили сами. Чтобы сделать подарок для мамы, достаточно просто зайти и заявить о своем желании. Самый главный, наверное, подарок для мам, бабушек – это как раз подарок, сделанный руками их детишек, малышей, от чистого сердца. Прийти на мастер-классы можно с родителями или самостоятельно, например, по пути из школы. Мастерские в Пушкинке будут работать до 13 марта. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.